Это не просто массажное кресло, по сути, это мануальный терапевт в вашем доме. Такое кресло – это не просто баловство или элемент дизайна, как думают многие. Оно выполняет функцию механического и компрессионного массажа на 100%, утверждают в компании Yamaguchi. Популярные техники благотворно воздействуют на область шеи, спины, ягодиц и стоп. Для увеличения лечебного эффекта используется подогрев отдельных зон. Да и есть массажные кресла как премиум-класса, так и для среднего и бюджетного достатка. Есть даже массажные накидки на стул. Все это можно купить в компании Yamaguchi. В ноябре у фирмы открылся новый салон в ТРЦ «Виктория Плаза». В городе Рязань мы открыли 4-й наш салон. То есть компания рассчитывает на клиентоориентированность, у нас основной курс, поэтому клиент должен беспрепятственно в любой точке города найти наш магазин. Следующее открытие будет это торговый центр «Атрон». Буквально через месяц в торговом центре мы откроемся на 3-м этаже. Новый салон отличается ультрамодным дизайном и красивым интерьером. Здесь расположились бьюти-товары и тренажеры из фитнес-сегмента. Компания Yamaguchi хочет приучить людей к спорту. Они показывают, как у себя дома буквально на 2 квадратных метрах разместить фитнес-уголок. Например, комфортная беговая дорожка Yamaguchi, которая легко управляется, имеет небольшой вес и усовершенствованную систему амортизации. Рядом с фитнес-сегментом соседствует бьюти-товары. Из бьюти-линеек очень большим спросом пользуется прибор для очищения кожи, то есть это от 18 лет до девочек и уже до более взрослых. Женщины на ночь любят почистить свою кожу, соответственно, это очень большой помощник. Также приборы для РФ-лифтинга, это как для всего лица, так и зонально, вокруг глаз, зона декольте. И все это на очень высоком уровне по качеству и по эффективности. Прибор для РФ-лифтинга, беговая дорожка или массажное кресло станут хорошим подарком на Новый год. К тому же компания Yamaguchi делает скидку на свои товары. Приобрести их можно не только в Виктории Плазе. Салон Yamaguchi работает в М5 Молле, ТРЦ Премьер и Атрон.